Да, так это действительно мало, там около 4800 примеров всего-то навсего, но... Да, вопрос, что у вас, почему не получилась презентация, где там могли бы описать идею, зачем вы туда идете, кому это надо, как вы будете, в чем есть качество, некачество и так далее. Потому что, ну, я имею в виду, рассказать это одно, минимум презентацию на один раз слайд, чтобы вы могли визуализировать то, о чем вы рассказываете. Ну, если честно, полчаса назад вообще вся команда мне писала, что вообще пичить не надо. Мы просто, я вот лично просто решил отчитаться, что мы проделали за эти два дня. Вот как и получилось. А вот вчера мы обсуждали, кому это надо вообще. Это B2C модель, потому что B2B выяснилось, что у них есть свои методы определения качества вина. И это B2C, то есть с отдельным устройством. То есть тут без отдельного устройства эту проблему решить нельзя. То есть надо сделать самим устройство, которое будет подключаться к смартфону, то есть с необходимым набором датчиков. Спасибо. Спасибо.